дом, с которого я хотел тогда спрыгнуть, перед тем, как меня положили в психушке. Но там я нашел пару мест. Одно из них самое надежное. А вот это, столько автомобилей, наверное, чиновников, которые заседают в этом сером здании, скучают, смотрят из окна. Другая женщина курит. Все, у всех у них белые волосы, все они вроде бы славянского населения, какая разница. Сейчас я приду, поищу отдел кадров. Очень хорошая работа, смотреть из окна. Надо было мне родиться женщиной. Шучу, я просто брежу. Это тяжелый ужас. Родиться кем бы то ни было здесь, я так считаю. Похоже чем-то на тех, на здания, которые, где участковые меня избили. Такое же, цивильное. Сниму наушники, а то...